Священник нам недостойный, да? Потому что, пьет, ворует с кассы и купил себе новую машину. Не тебя предали, а меня. Пусть. Постоянно мы недовольны своими правителями. Постоянно где-то, как у нас там принято, так вообще там Майдан за Майданом и так далее. Извините, у нас здесь покойный один военачальник тоже решил мятеж устроить. Да вы шо? Оккупанту платить? Как так? Он призывает к мятежу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные братья и сестры во Христе, продолжается у нас по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, последнего праздника в богослужебном году. И сегодня у нас с вами почиталась память святого пророка Самуила. Почему я, не всегда останавливаюсь на житии святых, которые почитаются в этот день, а вот именно Самуила выделил, я думаю, вы сейчас поймете. Пророк Самуил вообще жил такое довольно-таки интересное время. Не то, что интересное, а вот переломное. Знаете, интересно жить в эпоху перемен. На нашу долю с вами попалась такая полоса перемен, что мама не горюй, да? И то же самое выпало и те времена, когда был пророк Самуил. Войны, само собой, да, все в ветхозаветное время там были войны. Но мы помним, в Библии есть, книга Судей и книга Царств, да, и вот это не просто название, это периоды в истории, в жизни израильского народа. Так вот, в книге Судей описывается о периоде, когда в Израиле не было единого какого-то правителя, а вся земля израильская управлялась судьями. Они не были в том понимании судьи, как в наше время, но они тоже судили какие-то конфликты, которые происходили. То есть это были уважаемые люди в племени, который и управлял племенем. А общего централизованной власти как таковой не было, потому что израильским народом управлял сам Бог. И это руководство его приходило через его патриархов Авраама, Исаака, через Моисея, через судей. И вот пророк Самуил родился у Анны, которая долго не имела детей, и она выплакивала этого сына себе. Вы знаете, да, что это была беда. Беда, если у иудеев не было детей. То есть это они считались практически какими-то отбросами, потому что как так? Все ожидали, что именно в их роду родится Мессия. Именно от них произойдет этот Мессия. И если ребенка нет, значит все, вы пропащие люди, у вас уже от вашего рода не произойдет Мессия. И она плакала много, притом молилась так, что даже в Библии об этом упоминается, о том, что люди считали ее пьяной. То есть насколько в таком она была отстранение от всего мира. И вымолила, родился сын, назвали его Самуилом, а поскольку она обещала, давала обет Господу, что если родится сын, она посвятит его Богу. Да, мы помним, в Израиле так было распространено, также была посвящена Богу и Богородица, и ряд других известных нам библейских персонажей. И вот она приводит Самуила к тогда судьи Илии. И вот этот вот у этого судьи, первосвященника, он и находится, и воспитывается. А надо сказать, что первосвященник Илии был, по нашим меркам, как мы любим поговорить, недостойный священнического служения. Да, он был очень много, отступивший от того честного и некорыстолюбного управления
своим народом. Его сыновья там очень сильно куролесили, скажем так. И вот что, на что я обратил внимание. Как часто бывает у нас, когда нам не нравится о чем-то священник, и по нашей оценке, ну я беру, я мирянином тоже был в свое время, да, и тоже участвовал в таких вот вещах. Когда по нашему мнению, а наше мнение это же очень ценно, это же, ну как, это авторитет такой беспрекословный, должны все слушать мое мнение. По нашему мнению, священник нам недостойный, да, потому что, ну, пьет, или, по нашему мнению, ворует с кассы и купил себе новую машину, хотя неизвестно, вы это не знаете точно, за какие средства он их купил, может, мать там подарила, там, или жена заработала где-то там, выпекая пирожные какие-то и продавая их, да, но церковную кассу руку запустил, все. Или просто священник нам неудобен, неугоден, потому что много требует с нас. Или не допускает до причастия, если опаздываем на этот самый, на исповедь и все прочее. Да? То есть вот и начинается что? Начинают бузить, начинают собираться в стайки сбиваться, жалуются архиерею, проводят какие-то свои собрания, на которых... Говорят, что вот, не даст. Вот сейчас вот в Украине, так там собрание на собрание. Притом люди, которые никогда в церковь не ходили, которые никогда не причащались, не исповедовались, но вот они, их мнение важно, они должны вот выступить и забрать храм, выгнать священника. Да? Я сам когда-то в своей жизни столкнулся с таким, тоже люди, которые не ходили, и тоже вот, ну, строгий я был священник, строгий. А некоторым... Очень авторитетным людям, которые были, считали себя, так сказать, выше всего, это не нравилось. Ну, я не буду вникать, просто я с этим тоже столкнулся, да, скажу так. И посмотрим на Самуила. Что-то он никому не жаловался. Даже молитва к Богу не жаловался на первосвященника. Не собирал собрания. Не собирал там двадцатку, десятку и так далее, церковный совет парафиальный, приходской совет, не собирал, а просто служил Богу. Вот об этом мы часто забываем, что мы являемся членами церкви не для того, чтобы там наводить порядок под себя, как нам нравится, а мы здесь собираемся для того, чтобы служить Богу. Не для того, чтобы смотреть за кем-то, как он себя ведет, какие грехи у него, что он там творит, а чтобы в себе найти, что я творю. Потому что зачастую мы видим в людях именно те грехи, которыми страдаем сами. Тоже и за собой такое замечал, да, что когда замечаю, что человек что-то, а потом анализирует, ну так, а я же тоже как бы в этом отношении не святой. Потому и замечаю. Так нужно разобраться в себе. А когда мы разберемся в себе и поборем свои страсти, когда мы не захочем смотреть на других людей, как они. Потому что вот разглядывание других людей, поиски в них грехов, это как раз попытка оправдать себя. Потому что человек понимает, что он грешен, но тот же грешнее меня. У него-то больше грехов. И вот так вот мы и двигаемся, только вперед ли. И вот пророк Самуил для нас очень важен, как пример того, что вот он просто служил Богу. И мы должны просто приходить в храм, церковь и служить Господу. Молиться Ему, беседовать с Ним, участвовать в Его трапезе. Потом пророк Самуил становится сам судьей. Притом судьей, который не был, скажем так, вот племенным, да, то есть авторитет имел только в своем племени. Он становится таким авторитетом всему израильскому народу. Но, к сожалению, пророк Самуил стал последним судьей израильского царства. Ну, еще не царства, израильского, народа Израиля. Ну, сыновья у него выросли тоже
не сильно достойные быть судьями, да, тоже нечестные были, крестолюбные, как вот и сыновья Илии, первосвященника. И народ усомнился, подумал, а что будет дальше? Ну, некому заменить, нет такого авторитета, чтобы заменил Самуила. Что же будет дальше? И они обратились к Самуилу. Помолись Богу, спроси у него разрешение, чтобы нам поставить царя. Одного царя на все Израильское царство, чтобы управлял царь, не судьи, а царь. Вспомним, что я говорил, да, что судьи управляли каким образом? То есть Израилем до этого управлял сам Бог через своих людей, кого он выбирал, с кем общаться и кому доверять те действия, выполнение тех действий, которые он хотел бы, чтобы было с народом Израиля. Это и Моисей, это Авраам и так далее. Но народу хочется конкретики. Ну вот завтра опять Бог скажет через кого-то, какого-то следующего Моисея, собирайте все свои, так сказать, пожитки и еще идите 40 лет походите где-то, ищите еще землю обетованную. Не, нам нужен царь, который будет конкретно, вот как в других народах, ну плюс еще, конечно, там были у них поражения, военных действий, филистимляне нападали, забрали ковчег Завета и все. И вот хотелось бы такую крепкую руку, которая будет вот всем Израилем управлять. И они обращаются, и пророк Самуил в ужасе обращается к Господу. И Господь говорит, а что ты боишься, ведь они не тебя предали, а меня. Пусть назначим царя, помашем царского помазанника. Народ отказался от Господа, от прямого управления Господа. Так как в свое время они потом откажутся от него, скажут, распни его, распни, это не наш царь. Нет у нас другого царя, только кесарь. И вот Израиль становится, ну, Самуил помазывает Саула, потом Саул дерзнул не послушать его и не выполнить, опять же, Божьи установления, которые через Самуила были сказаны Саулу. Ну, понятно, да, если уже, конечно, мы вот так вот дерзнули, сказали, не хотим, чтобы ты Бог нами управлял, дать нам царя, ты даешь, то тогда дальше идет это, клубочек накручивается, да, народ начинает дальше уклоняться от Господа. Потом помазывает Давида Самуил, ну и уже дальше историю, это уже другая совсем история. Иногда у нас в жизни бывает, да часто бывает, когда нет какой-то конкретики, когда мы вот блуждаем, пытаемся куда-то вырулить, что-то найти, и вот неясно в нас, ну как так, что с этим делать? И тогда мы начинаем искать себе какого-то царя. Ну, я не веду правителя, да, я имею в виду, что в голове себе царя искать, вместо того, чтобы просто обратиться к Богу. Вместо того, чтобы довериться Господу. Чтобы ему сказать, Господи, вот я вот такой вот есть, я есть очень немощный, бессильный, беспомощный по сравнению с тобой. Я доверяю тебе свою жизнь. Управляй мной. Помоги мне выпутаться из этой ситуации. Нет, мы ищем, мы от Бога. Понимаете, вот в чем наша проблема. От нашего маловерия рождается наша поиск всего, чего только можно, кроме поиска Господа. А потом происходят такие вот ситуации. И что, помогло царь? Да нет, не помогло. И вот царство, вот эти все, которые после этого происходят, ну разве кому-то они помогли? Нет. Постоянно мы недовольны своими правителями. Постоянно где-то, как у нас там в Украине, так вообще там Майдан за Майданом и так далее снимали. Ну там приплатили, когда сейчас никто не платит им за Майдан, никто никого не снимает, несмотря на то, что происходят такие ужасы там. Извините, у нас здесь покойный один военачальник тоже решил мятеж устроить и так далее. Все время куда-то мы чего-то вот нам не устраивает нас царей.
А ведь Господь четко сказал, Евангелие сегодня слышали, да? Когда к нему подошли искусить его, вернуть его, так сказать, выбить из равновесия вопросом, на который он любой ответ давал ему возможность, так сказать, им, давал возможность им наказать Иисуса. Когда спросили, платить ли подать кесарю, а он, ну, если бы сказал, да, платить, значит, да вы шо, оккупанту платить, ах, такой-сякой предал свой народ Иуда. А если бы сказал бы не платить, то тогда другие бы сказали, как так, он призывает к мятежу, он кесаря, так сказать, ни во что не ставит, надо его наказать. Ну, мы знаем, Господь сказал, что у вас здесь на этой монете, чей портрет? Кесаря. Вот воздавайте кесарю, кесарю, Богу, Богу. Потому мы с вами, христиане, мы должны об этом помнить всегда. И кесарю, если давать отпор, то только в том случае, если он воздвигнет гонение на Господа. Если он будет требовать от нас совершать то, что противно нашему христианскому образу жизни. Навязывать нам будет. Вот сейчас, опять же, в Украине имеют право сейчас поднять восстание, потому что там навязывают чуждый христианину образ жизни. А если нас не трогают, то не нужно смотреть туда. Помните, я говорил, смотрите в себя и молитесь. И кесарю кесарю, а Богу Богову. И тогда мы с вами, возможно, я очень надеюсь, что все вместе встретимся в Царстве Божьем. А там, сегодня мы читали апостола, там было сказано, что не ведает того человека, не слышал этого уха, того, что Господь уготовал нам в Царстве Божьем. Мы даже не представляем, что нас там ожидает. Вообще, даже у нас понимания этого не может. Мы не сможем, даже если нам вот так просто откроют врата, то посмотри, мы даже всего этого не сможем осознать, потому что ни ухо человеческое не слышало, ни глаз человеческий такого никогда не видел, ни сознание такого никогда не воспринимало. И верьте в этом апостолу, верьте и стремитесь туда, в Царствие Божие, потому что нас там это ожидает. Да, нам остается только верить на слово, верить тому, что сказал апостол. Но верьте, потому что он говорит, что им была открыта апостолом премудрость не земная, а Божия. И этой премудрости они глаголали нам. Поэтому отставьте все в сторону. Разрешите в себе ваши беды, которые мешают жить вам. А это ваши страсти, это ваши грехи, это ваши попытки спрятаться от Христа, да, то есть от Господа, от Его заповедей. Придумать себе какие-то оправдания, там, благая ложь и все прочее, да. Вот это все найдите, задушите его в себе, вот это все. Исследуйте Царствие Божие, чтобы ощутить, вкусить то, что Господь для нас там приготовил. Спасибо, Господи. Аминь. Хранит вас всех.